Всем привет! Я Михайлов Константин, сотрудник школы Homo Futurus, а это наша маленькая участница, которая только что плакала, но уже перестала. На примере нашей участницы мы можем разобрать, почему же повторяемые движения снимают напряжение, да? Потому что это вот младенца. Мы качаем, плачет она, а мы ее качаем, подбираем ритм согласно текущему напряжению, и напряжение падает. Когда мы делаем разгрузку из метода ключ, это подобно тому моменту, когда нас качали на руках. Но мы уже выросли, и качать нас на руках некому, и никак, мы большие уже. Но поэтому мы берем упражнение из метода саморегуляции ключ, например, шалтай-болтай, и делаем эту разгрузку, качаемся подобно тому, как качали нас на руках, качаемся сами, и напряжение у нас падает. Да, солнышко? Уснула. К сожалению, не успел заснять, как это происходит. Ну, в следующий раз, может.